Добрый день, друзья. На этаже у нас получается 5 квартир. Смотрим отделку. Скромненько, аккуратненько. И приходим к лифту. У нас два лифта. А, еще один коридор. А этот коридор на лестницу. Везде идет ремонт. Мы в новостройках. Смотрите. Как вы думаете, где мы? Какой дворик? Сейчас туда спустимся. Тут лестница. Получается, что есть второй коридор. Здесь тоже 5 квартир. 10 квартир на этаже и 2 лифта. Вот так экономят. Маловато. Мы на первом этаже. Айди Кудрова называется. ЖК. Ящики почтовые. Еще небольшой холл. И уже выход во двор. Так все скромненько, аккуратненько, но скромненько. Айди Кудрова. Главное — цены. Посмотрим, сколько здесь стоят квартиры. Детская площадка. Рядом стройка. Здесь идет дальше двор. Так. Кому с вами в Кудрово? У нас сегодня облака, но дождика пока нет. Погодка приятная, легкий ветерок, но гулять комфортно, потому что ветерок такой слабый. Площадка. Ощущение, конечно, эконом варианта, но так все аккуратненько. Парадные все пока открыты, потому что еще полным ходом идет ремонт. Там что-то строят. Вот так выглядит со стороны этот двор. Небо голубое. Хорошего дня, ребят, хорошего настроения. Всем привет из Кудрова. Ленинградская область, но этот город самый близкий к Петербургу. Я уже вам рассказывала. Через дорогу. Причем не КАТ, не какую-то шумную огромную трассу, а обычную пешеходную дорогу. Пешеходную. Обычную дорогу. Переходишь по пешеходному переходу. И ты уже пришел. Ветер, вот где ветер. Двор будет закрыт, вы видите. Пока открыт. Тоже будет по кнопочке. А что у нас здесь? Здесь у нас еще стройка. Парковка продолжается. Какие красивые облака. Обратите внимание, в Прибалтике везде низкие, пушистые, красивые облака. И в Петербурге, и в Калининграде, и в Риге, в Латвии. Вокруг Балтийского моря, везде, где мы жили, везде пушистые, красивые облака. Через ворота. Так, ребят, я просто смотрю дальше, показать вам немножко. И показать адрес. Строительный проспект 3, рядом дом. Здесь Строительный проспект 1. И вот так мы идем, гуляем. Слушайте, а здесь будет, наверное, тоже дорога. Уже асфальт, выезд. До метро. Метро ближайшее пока Дыбенко. Хотя обещают, конечно, здесь поближе метро открыть станцию, но ближайшее пока метро Дыбенко отсюда, от этих домов, примерно 3,5 километра. Ну и ходят маршрутки. Конечно, пешочком далеко.
извините за ветер. Идем дальше по улице Арделия Строймаркет. Пункты доставки. Салон. Студия маникюра и педикюра. И здесь, как всегда, на первых этажах салоны красоты. Понятно, вот аптека тут же. Что у нас? Я еще смотрю. Суши. Там вижу Озон. Расстояния в Кудрово большие. Здесь есть парк свой. Окервиль. Наверное, начиналось все с ЖК. Окервиль, новый Окервиль. Так, аптека. Очень много приезжих покупают. Здесь квартира, опять Озон. Рядом КАТ. Так, продукты, химчистка. Требуется швея. Читаю все, что вижу. Что вижу, то пою. Овощи, продукты 24, кафе, стоматология. Ну вот и все новостройки. У нас здесь для велосипеда. Интересно, и здесь для велосипеда, и здесь для велосипеда. А где для пешехода? Это весело поставили. Смотрите, дорожкой два знака для велосипедов. Так, там дальше стройка продолжается. Возле метро торговый центр Невский. Давайте вот с этой стороны еще посмотрим. Так смотрится хорошо. Так, так, так. Айди Кудрово. Значит, называется. Рядом дворы. ЖК. Так. Я вижу, это, наверное, будет сад или школа впереди. И Петербург находится вот так, через дорогу. Просто вот здесь стоишь Кудрово, вот здесь, например, пешеходный переход. И через дорогу это уже Петербург. Вот так Петербург находится. Все время говорили, давайте присоединим Кудрово к Петербургу. Нет, не присоединили. И Мурино все думали присоединят. Нет, сделали город Мурино. Это который на севере, но он находится через КАТ. Там больше дорог. И чуть дальше получается от Петербурга. На первом этаже вижу Пятерочка. Мы немножко потом, может, проедем, я вам покажу. Ребят, Кудрово. Мы уже были недавно, да, здесь месяц, может, назад с вами. Ну, вечером, поздно вечером. Большой город. Так, спрячемся от ветра. В Википедии пишут, что 66 тысяч населения, но мне кажется, тут 1100. Очень большой город. Все расстраивается, он все шире и шире. Пишите, ребят, кто живет в Кудрово, как вам тут живется. Вот эти дальние дома подальше от метро, а есть совсем, ну, где-то километра полтора-два, два, наверное. Дома. То есть можно пройти пешком до метро. А так вообще маршрутки ходят. Удобно. Ой, солнышко, ветер. Когда стихнет, припекает солнышко. Хороших дней, ребят, хорошее настроение. Спасибо за лайки, за комментарии. Говорим о жизни в Петербурге, смотрим новостройки, смотрим вторичное жилье, смотрим разные районы города. Говорим о ситуациях разных, которые могут быть в Петербурге, о работе, о людях, которые здесь живут, что новенького в Петербурге, что строится. Как живется в Петербурге? Пишите свои впечатления о климате, о погоде. Практически каждый день вам показываю погоду. Доставка едет.
Если я вам показываю какой-либо район, это не значит, что я призываю вас здесь жить. Конечно же, нет. Где жить, вы будете выбирать сами. Приедете, посмотрите, походите. Своими глазками увидите и поймете, ваш район или нет. А вообще многие вначале покупают квартиру там, где по цене подходит. Потом уже осматриваются, и можно продать и переехать в тот район, который вам понравится. Или приезжают, живут год-два на съеме, в аренде. У нас есть вообще знакомые, которые уже 5 квартир поменяли в разных районах. Причем север, сначала на севере жили. Нет, начинали с Мурина. Потом в севернее переселились, Просвещение. И потом плавно-плавно и все ближе к югу. Теперь живут в Купчино. В любом районе Петербурга жить комфортно, смотря чего вы хотите от этого района и какие у вас предпочтения. Мы же все разные, поэтому Петербург на любой вкус. Просто поездить, посмотреть и решить. А кому-то не подходит, совершенно не подходит Петербург, это тоже нормально. Все, друзья мои, хороших дней. Пойдем смотреть, сколько именно в этом ЖК стоят квартиры. И встретимся в следующем видео. Современные площадки. Качельки, классно.